Пластилин, на первый взгляд, а на самом деле наркотическое средство мефедрон. В Заволжье сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» задержали ульяновца во время закладки запрещенных веществ. Им оказался 45-летний неработающий местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Стражами порядка установлено, что задержанный через так называемые закладки получал крупные веса наркотиков, герметично расфасовывал их пластилин на более мелкие веса для дальнейшей реализации конечному потребителю. Кроме того, в ходе осмотра места жительства фигуранта наркополицейские обнаружили еще более 67 граммов наркотиков, готовых для продажи, а также электронные весы и упаковочные материалы. При задержании у мужчины изъяли 28 комков из пластилина. При экспертизе спрятанные наркотические вещества оказались мефедроном. Наркотики планировали к сбыту на территории региона. На исследование мне поступило 68 свертков из вещества, похожего на глину. Внутри каждого из этого свертка находился сверток изоляционной ленты желтого и зеленого цвета, внутри которого находился сверток уже из полимерной пленки, достаточно бесцветный, внутри которого уже находился пакет. И в нем уже находилось вещество. Всего из незаконного оборота изъято 94 грамма наркотиков. Это порядка 300 разовых доз запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.